Бегать в темных лабиринтах не то, что кататься по ледовому полю под ярким светом прожекторов. Но, похоже, Ивану Тиможеву по душе одно и другое. Нападающий молодежной команды «Кузнецкие медведи» вместо клюшки взял в руки оружие. Предвкушая новые победы, хоккеист играет в лазерный пейнтбол со своими болельщиками. Победы всегда – это хорошо. Все счастливы. Дальше будем побеждать. Это веселье, это игра. Также позабавились чуть-чуть. Ребятам тоже понравилось очень сильно. Выиграть поход в пейнтбольный клуб болельщикам было вдвойне приятно. Матч с пермским «Молотом», на котором состоялся розыгрыш билетов, завершился победой «Медведей» с разгромным счетом 4-0. После такого не каждый решится стрелять по своим. Именно поэтому сегодня все игроки сражаются в команде юных кумиров. Отлично, энергично, даже спортивно где-то. А мы не против них. Мы за них. Мы специально просто, мы играем против 7-летних девочек, поэтому мы выигрываем. На данный момент мы лучшие. Спасибо. Одним словом, «Кузнецкие медведи» радуют своих болельщиков не только на ледовом поле. Пусть соперники и не равны между собой, удовольствие от дружеской встречи получил каждый. Море смеха и адреналина – награда, достойная всех игроков. Оксана Зенкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.